Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, сегодня в целях у меня дойти вот до сюда и получить вот этот вот, ребят, костюмчик. Точнее, часть костюма. Так, открываем сундук. Хипстер, выпадает нам штаны. Замечательно. Так, бесплатные сундуки, все это тоже будем сейчас открывать, забирать. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Понятно. Тут то же самое. Здесь ничего хорошего. Так, VIP-сундук. И что у нас там еще? Вот этот сундук, друзья мои. Ну, смотри. Колесный ускоритель, конечно, да. Ускоритель приземления. Так, 144 тысячи монет. 50, ребят, кристаллов. Так, ну что же, всем привет. Так, здесь... Поздороваемся. Вот так вот. В общем, результаты. Что-то долго прогружается. Опять мы, ребят, проиграли. Так, магнит и тому подобное. Забираем за пятый день 10 тысяч монет. Ну и поехали. Поехали, как я говорил, нам нужно взять сегодня вот этот вот костюмчик. Так, у нас, кстати, деньги есть. Давай, наверное, прокачивать дальше ККМ-ку. Так, и так. Все деньги, ребят, практически мы слили. Всего лишь два улучшения сделали, и все. Так, вид. Есть ли у нас что-нибудь новенькое? У нас есть новенькие штаны, которые мы только что сейчас получили. Вот такие вот. Плюс можно надеть вот такую вот каску. Лицо можно выбрать, в принципе, наверное, вот такое вот. И по костюму, ну, наверное, вот что-то типа того, ребят, да? Ну что, поехали. Еще шахты, рок-н-ролл. Ой, опять, ребята, кнопки. Это прям беда какая-то у меня. Постоянно, как входишь в игру, у тебя перестают работать твои установленные кнопки. Хотя они... Нифига там танк. Хотя они по факту, ребят, не меняются. Танк, конечно, туда. Опа. Ну, хотя бы вторым приехали. Ну, опять же, ребят, повторяюсь, если бы не вот этот вот сбой, который у меня сейчас произошел именно с кнопками, наверное, мы бы могли бы приехать и первыми. Но, опять же, не факт. Упс, не выйдет. У меня не вышло, а у танка вроде бы... Ага, да, не только у танка, и еще у баги получилось все это сделать. Так, смотрим. Ну, здесь мы всех обошли. Мы здесь всех обошли, получили первое место. Идеальный старт. Нам прям написали так. Да ё-моё, ну вот на этих вот штуках, естественно, мы проигрываем почему-то сразу же. Так, что там опять у нас? Ой, твою же дивизию, ребят. Ну, вот такой вот начальный у нас забег. Там уже у кого-то новенький, как ты видел, не скин, а как он называется. В общем, видел, да? Он там может крутить сальтушку. Так, а мы что, опять в пещерах, что ли? Ну да. Мы опять в пещерах. Вот зачем надо было вот такой вот делать обалденный прыжок? Он мне, кстати, вообще тут не в тему. Все, я понял. Здесь, скорее всего, я не пройду. Потому что мы здесь опять же... Да-да-да-да-да, вот именно из-за вот этого вот трамплина дурацкого. У кого-то горючее, смотрю, тоже закончилось, да? Приехал я вообще последним. Хорошо идем, очень хорошо идем. 0 очков. И все на ровном месте. Просто, ребят, на ровном месте.
Ну, здесь вот, как вот мы умудрились перелететь, я не знаю, ребят. Вот перелетели и все. И тут мы, конечно, первое место. Раньше почему-то не могли. Кстати, я, есть у меня предположение, почему мы перелетели. Во время прыжка, как ни странно, сработал буст. То есть машина моя бустанулась. И именно во время прыжка она сделала вот такое вот ускорение, которое, видимо, нам позволило просто-напросто перелететь. Ну, а здесь, как ты видишь сам, не все так дружно. Но мы попробуем. Попробуем здесь все-таки тоже получить первое место. Да, и у нас получается. Так, ну здесь мы первые, слава богу. Так, двигаемся. Испытание на скоростных чего? Спусках? Ага. Знаем мы эти испытания, друзья мои, на скоростных спусках и тому подобное. Чему-то все. Там баги какая-то меня прижучивает. Но я первый. У баги, к сожалению, точнее, к счастью для меня, ничего не получилось. Кто-то тут еще даже на мотоцикле. Так, тихо-тихо-тихо. Нормально. Блин, ну можно же было... Есть, давай-давай. Слушай, ну тут очень короткая дистанция. Ну, со своими заковыками, так скажем. Со своими заковыками. Окей. Да что ты будешь делать? Там ролика, не ролика, а какой-то мотоцикл. Но все равно я взял здесь первое место. В принципе, ребята, остается совсем чуть-чуть. Блин, глубоководные. Так, опять что ли сосед там вернулся, начинает сейчас что-то бомбить. Ну да, ребят, по-моему, надо делать перерыв. Так, друзья, ну что, давайте попробуем поиграть, потому что соседушка не угомонится никак. Как назло, начинает в самые неподходящие моменты врубать свой перфоратор. Так, Дэйв, это что? Это у нас новый вид головного убора. Как я могу понимать? Я только что, ребят, просто хотел гонку сделать, но, соответственно, мне придется ее удалять, потому что невозможно было там грохот и тому подобное. Ну что, а у нас восхитительные, как вы видите, диверсии, которые я терпеть не могу. Но мы попробуем пройти. Я помню, помню, помню чудное мгновение, да-да-да. Именно... Да что так высоко-то? Ну зачем? Зачем же ты так летишь, а? Опа! Вот это попадос, ребята! О, все! Все, 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 все тут. Это называется, ребята, пакость. Пакость первой категории. В общем, приехал я... Последний приеду. Вот ненавижу я эти... Диверсии. Вот что хочешь делай, я их терпеть не могу. Получается, конечно, иногда проехать вообще идеально, но по большому счету этот трасса мне не нравится. Так же, как и водная. Я до сих пор, ребята, к ним не могу привыкнуть. Так, что у нас тут? Тут у нас подъем, потом дальше. Фига там, кто там пролетел так? ККМ-ка? Вот это дает ККМ-очка. А что у нее такой буст, интересно? Монетный ускоритель, что ли, стоит или что? Так, ну-ка. Хе-хе-хе. Этого я все-таки сделал ролейку. Ну, ребята, все равно пока плачевные у нас, как говорится, результаты. ККМ-ка там сзади, видишь? Приплетается ко мне потихонечку. Ну, раз заехали, давай тогда уж ехать. Я не пойму, тут две, что ли, ККМ-ки? Или мне кажется? Опа, первым я заехал, я успел. Ребят, ну сколько? Четыре... А, пять, пять очков. Второе место. Горные мосты. Ну что, поехали на горные мосты. Как ты видишь, до костюмчика нам осталось. Там, наверное, гонка. Ну, максимум две, и мы... Так, тут хорошо.
Так, вот здесь вот, наверное, ага. Без вот этих всяких выпендрежей. И первое место. И там уже баги. Естественно, целых две машины баги. Две ролики, две баги. Блин, это вот эта дурацкая трасса. С этими валунами, но тем не менее мы опять же приехали первыми. Чух. Ну что, последний заезд. Вот-вот-вот-вот-вот, начинается. Да что ты... Как же я ненавижу вот это все, а, друзья? Если бы вы только знали. Трындец просто на каждой кочке. На каждой кочке фейл. Ну, естественно, приехали последним. И по итогу у нас... По итогу у нас первое место. Так, и забираем награду, друзья мои. Стартовый плюс... Ага, Газхан, это... Продолжение костюма. У нас были брюки, теперь мы получили куртку. Окей. Так, ну что, воскресный чемпион. Я не знаю, попробуем, наверное, кубки-то мы, конечно, вряд ли сегодня с тобой возьмем. Хотя можно было бы как-то попробовать 16 тысяч кубков заработать. Такая скорость офигенная, да, ребят? На ускоряхе. Тут же, по-моему, у нас дома или не тут? По-моему, здесь. Нет, тут нифига нету. Но именно на этой трассе должны быть те самые домики, в которые мы можем врезаться и, соответственно, в лучшем случае проиграть, в худшем случае свернуть шею нашему гонщику. Фига там мотоцикл. Ну что, ну что, ну... Вообще, ребята, на ровном месте. Что происходит, не понимаю. И вот попробую теперь их обогнать. Третьим пришли, ладно, фиг с ним. Просто вот начинаются вот эти вот кочки, всякая дребудень. И именно там теряется львиная часть скорости. Попробуем мотоцикл с собой обогнать. Ну, не знаю, ребят, уже вряд ли получится. Вторым приехал. И по итогу у меня 6 очков. То есть... А, еще заезд. Так, ну у нас уже тут в горах. Сейчас мы посмотрим, что мотоцикл у нас может сделать в горах. Насколько он крутой. Он сзади едет, я вижу. Ну, еще раз повторяю, посмотрим, насколько он крутой в горной местности. Да, он никакой. Просто никакой. 16 тысяч куб, блин, тут далеко до них, конечно, ехать. Зима на носу. Что на носу? Бородавка. Но-но, масленица. Как вспомнишь этот мультик. О, мотоциклист сразу разбился. Чего ж ты так, а? Мотоциклист сразу же сфейлился, ребят. Так вообще, как будто трасса опять будет длинная. Я не посмотрел, сколько там этапов. Но, по-моему, здесь один этап. А, судя по всему. Так, ну, горючего у нас хватает. Теперь главное не сфейлиться где-нибудь. А сфейлиться можно где угодно. Тем более на нашей супер-раллийной тачке. Которая не знает предела скорости. Здесь мы, слава богу, нормально разрулили ситуацию. Несмотря на то, что мы с тобой забрали бензин, у нас все равно уже начало пипикать. Ох ты. Ты посмотри какой. Оу. Новая мордочка Стив. Опять этот, блин, приступайте к развлечениям. Мне такие развлечения не нравятся, ребят. Ну, не нравятся мне такие развлечения, серьезно говорю. Фига. Смотри, смотри, смотри.
Ты смотри на лихача, что он вытворяет. Развались ты нафиг на дороге. Как-то на нем еще, говорит, аккуратно надо ехать. Я не знаю, ребят, я на нем попробовал. Как на нем аккуратно ехать? Что-то это от него там запчасти летят всякие? По-моему, да. Я удивлен, что он еще как-то успел доехать. В целости и сохранности причем. Что там как-то бустится, непонятно как. Ну, ККМ-ка, да, ККМ-очка тут. Что-то с ней не то, ребят, случилось, она... Что? Видимо, ККМ-ка тоже там разбилась, ребята. Видимо, ККМ-ка тоже разбилась. И все-все поврезались. Опа! Ты... Как он это сделал? Я... А, у него все, я понял, ребят. У него эти... Как они называются-то, я даже не знаю. Ну, короче, турбины, скажем так. Проще, скажем, турбины, на которых он, естественно, может лететь. Поэтому, когда он сделал прыжок, он просто-напросто тупо перелетел. Все то... Все то, где мы там с тобой ехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, спортивное авто, да, здесь у нас? Он не уступает мне, даже перегнал. Опять же, у нас все это из-за таких вот резких перепадов, которые там есть в этой игре. Это все из-за них. Сейчас посмотрим, что у нас получится именно здесь. Вроде бы начали неплохо. В лужи никакие мы с тобой не заехали, да? И тут первые. Ну что ж, давай дальше ехать. Ё-моё. Возможно, надо было ехать по верху. Возможно, ребят. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Вторым приехал. А по итогу все равно я остался первым. Окей, ну что, весенний город. Весенний город — это опять сосед начинает бомбить. Блин, как же он запарил, а. Я уже не знаю, сколько он по времени делает этот свой вшивый ремонт. Причем плевать, праздники, не праздники, рабочие дни, не рабочие, ничего, не работает, что ли. И ведь ничего не сделаешь. Имеет право. Так, ну что, ребята, давайте. Вроде трасса неплохая. Она одна, что нет? Не одна. Я думал, что опять длинная. Одна, но длинная. Ну, тут нормально. Проехали первыми. Куда ты так разогнался-то, ёк-макарёк? ККМ-ка сзади настигла нас уже. Но мы вроде потихонечку отрываемся от нее. Но она не уступает. Не уступает. Замечательно. Все, ребят, первые. ККМ-ка, да, ехала прямо вот по следам, ребят. И сзади две вертушки. Ну что ж ты не можешь на два колеса-то приземлиться и нормально бустануться, а? Рейчик. Так, сзади вертушка. Опа, и все, я первый. Я, друзья, приехал первым. Блин, тут еще одна трасса. Еще одна гонка, точнее. Давай, 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 жми, жми, жми. Педальку газа до отказа.
Фига там эту вертушку колбасит. Мотыляет, как не знаю кого. Ну, я так понимаю, для нас это, ребят, ерунда, да? Да. Мы приехали, опять же, первыми. Давай-ка открывать, тут у нас уже места нету. Так, зимние шины, ускорители. Здесь у нас опять же зимние шины. А здесь крылья, амортизаторы прыжков. И у нас зимний кубок. Три этапа. Ну тут можно сказать спасибо нашим колесикам, которые у нас стоят. Я надеюсь, так. Вот, ребят, вот тягач. Видите, что вытворяет? Как бы его недооценивать не стоит. Но я первый. Не знаю, как он ускоряется, что у него там такое есть именно по оборудованию. Но он довольно так неплохо, неплохо едет. Ой. Упал как этот, как картофан, ё-моё. Ну, мотоцикл, да? Резвенько так. Просто нас сделал. Ну, а мы взяли первое место. И последний, третий этап. Ну, не подкачай меня, машинка. Смотри-ка, ватрушка там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, все нормально. Что-то ватрушка там, вертушка тоже там что-то заелозила. Короче, ничего у нее не получилось. Угу. 6000 монет мы с тобой забираем. Ну что, я думаю, что, наверное, есть смысл все-таки взять сегодня 16000 кубков. Сколько там нам гонок? Наверное, 5-6 нужно проехать будет. И мы возьмем. Опа, 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 опа. Ох, ё-моё, ребята. Тут, конечно, да. Кто же знал, что вот так вот перевернется у меня машина-то, а? Я терпеть ненавижу вот эти вот трассы. Серьезно тебе говорю. Ты смотри, там багги что-то вытворяет. Вот как он сделал вот этот прыжок? У него же вроде бы как бы нету. Вот вам, ребята, элементарный был пример. Ролейка также там застряла, где и я. Точь в точь таким же образом, ребят. Поэтому, то есть тут у нас сейчас будет битва, получается, за что? За третье место? У меня, по крайней мере, да? Так, тут надо вниз лететь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ох, ё-моё. А вот тут уже встрял я. И по ходу дела я здесь уже не выберусь. Нет, выбрался, но потерял все преимущество абсолютно. Каким я вообще, наверное... Меня здесь и нету вообще. Ребят, откат назад. Ух, как далеко. Ладно, давай, наверное, мы возьмем с тобой. Хотя фиг с ним. Давай, поехали до упора. Просто этот шуршит там. Слышу, я что-то он там молотком бомбит. В любую секунду начнет пиликать, ребят, и все. Опять мне придется вырубать, заглушать. Понимаешь, знаешь, что мне? Я про соседушку с перфоратором. Виктори! Ну давай, давай, давай. Не идеальный старт, ни шиша. Не идеальный. Ну, трасса должна быть коротенькой, быстренькой. ККМ-ка, отвали.
Захотел чего, а? Не тут-то было. Он уже там сзади, на хвосте был. Даже уже практически меня обогнал. Если бы мы, конечно, не стабилизировались бы. Этот тупой прыжок беспонтовый. Ну вот зачем он? Что, получается, чуть ли не последним, что ли, приеду? Вторым. Кому-то уступил. Вернулись. Болотистая дорога, твою налево. Это где крокодилы, да? Это именно та трасса. Да, по-моему, это именно та трасса. Едем. Так, ну что, финиш. Тут довольно быстро и хорошо. Три этапа. Давай, идеальный старт. Отлично. Ну, багги, как всегда, он начинает первым. Потом почему-то сдувается где-то на полпути. Да, ладно. Надеюсь, это сильно не скажется. Нормально. Опять же, ребята, можно было бы туда заехать, можно было бы, но мы бы пока поднялись бы. Ты видел, как он начал тянуть? Поэтому я сделал такое для себя решение. Ну, ё-моёшечки, ну тягач этот еще тут. Фью. Замечательно. Первый из первых. Магнитная цепь. Очередная фабрика. Очередная фабрика, опять же, непредсказуемая. Что тут будет, фиг его знает. Все почему-то заехали наверх, кроме меня. А мне и понизу устраивает все. Если честно. Я не особо стремлюсь туда. Тихо, вот здесь вот не надо. А где финиш-то? Вот он. Главное, чтобы первые две гонки, или хотя бы две любые гонки, были на первом месте, и тогда тебе обеспечено 100% первое место. Но как только я это говорю, у нас начинаются какие-то непредвиденные, ребята, форс-мажоры. В данный момент меня практически все обогнали. Там и супердизель, я вижу, едет, и спортивный кар. Вот здесь вот они немножко буксанулись. Так, ну я только не обогнал этого Параса. Потому что, ну, у него машина просто скоростнее. И все. Фига как дизель. Ну что, ну что. Вот тут у меня даже слов нету, ребят. Это вот как специально, что ли, сделали так? Первый, значит, мы с тобой взяли нормально. Второй еле-еле. Ну и последним. Второй, да, второй. Поехали на кубок претендентов. Здесь мы должны, наверное, отыграться, я так думаю. Кубок, блин, претендентов. Опять же, вот врезается вот в эту вот фигню, ребят. О, смотри, какой гонщик там опять. Тихо, не газуй, парень. Домики мы эти все знаем, уже не в первый раз играем. Все. Сколько тут надо будет нам еще гонок сделать? Ну, я так думаю, гонки 3, наверное. Давай, 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 выжимай. И тут тоже мы приехали первыми. New record. Вот такой вот подкол, да, делают они. То есть ты думаешь, сейчас будет все нормально, разгоняешься, а внизу бац, себе такой сюрприз.
спортивное авто, что ли, сзади там шпарит. Оп-оп. Все равно успел, ё-моё, уже там мчиться. Открываем. Ничего хорошего здесь. Тоже ничего хорошего здесь. Тоже ничего хорошего. Кубок Сумрачной долины. Твою налево. Ну куда же без него, без Кубка Сумрачной долины, ребят, ну куда? Да никуда. Блин, не нравится мне вот это, что мы лихачим здесь так. Хотя, все нравится. Лихачим, короткая трасса, отлично. Но тут должен быть предел. Вот когда у нас едет целая арава. Так, по-моему, здесь где-то должен быть прикол, подкол. Вот он. Че, мы по верхам, что ли, решили прокатиться, что ли, не пойму. Трындец. Пока я там наверху, внизу меня как-то успели обогнать. Пока я там по вершинам ездил. Да куда ж ты так газуешь? Ты заметь, у тебя нету крыши. Сейчас любой потолок и все. И будет тебе а-та-та. Ну, слава богу, первые. Так, 8 очков, то есть первое место должно быть, да? Так оно и получается. Ну что, райская бухта, гонка другая, и мы с тобой, в принципе, все. 16 тысяч кубков будет у нас в кармане. Ты видел, да? Большинство там поврезалось. Так, там ватрушка сзади едет. Где, чтобы приземлиться на лодочку? Зачем? Да что ж ты будешь делать? Что, одна трасса, что ли, я так понимаю, да? Но опять же, просто длинная. Ну, скорее всего, так оно и есть. Так, по низу поехали. Ну, у нас горючее взято, так что можно не волноваться. Я думаю, что здесь мы будем первыми. Так точно. Оп, и на яхточку запрыгнули. Ну что, еще одна гонка, ребята. Гора смерти. Гора смерти. Это вот эта вот, которая с резкими вот этими подъемами, перепадами. Это же она. Это она, по-моему. Да-да-да, ребята, это гора смерти. Вот она. Что из себя представляет такую вот бяку. Но первое место мы тут взяли. Там еще одна ролейка хотела, конечно, претендовать на первое место, но все-таки у нас получилось ее обогнать. Но радоваться пока не стоит. Опять там какая-то у нас ролеечка нас обгоняет. Ну, вот это все, ребят, это фиаско. Все. Вот это было. Это было подло. Это было подло. И это причем перед финишем, прям, представляешь? Просто вот перед финишем. Такую вот сделать. Поднасрать одним словом. Это идиотская трасса, вот серьезно говорю, ребята. Идиотская, просто идиотская, супер идиотская трасса. Машину мотыляет, как я не знаю кого. Нет какой-то определенности. Все куда-то в гору, в гору. Вторым, вторым.
по итогу вторым. Ну что, по скоростному спуску, я думаю, здесь должны мы уже будем разрулить. Наверное. Хотя мотоцикл там какой-то... Нет, поехали вниз. Я вижу, там ролейка какая-то переплюнула. Ну, как я еще раз говорю, ребята, буст, если срабатывает на полете, то ты, естественно, пролетаешь без проблем. Вот тебе элементарный был пример. У него на подъеме начал срабатывать буст. И все, ребята, он без проблем, в принципе, на него забрался. Мне же в данный момент повезло, что у меня не так сильно я врезался. Плюс еще оторвало на тачке крышу. И за счет этого я как бы ускорился немножко. Ну что, последнюю гонку, если мы проезжаем с тобой первый, то, в принципе, все окей. 16 тысяч кубков у нас будет в кармане. Ну, хотя бы даже второе место занять, уже 16 тысяч будет кубков у нас в кармане. Блин, я не на ту машину смотрю, ё-моё. Видишь, ускоритель, ребята, у него стоит. Ух, ё. Вот это что было? Рэй, ты давай завязывай. Просто меня пугаешь, фиг с ним, пускай второй будем. Ну, а по итогу вообще первыми. Да, ребята, мы с вами получаем 16 тысяч кубков. Монетные, это у нас на спортивную машину, 3000 монет. Вот так. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.